Большой теннис – один из самых динамичных видов спорта. Скорость мяча достигает 200 км в час. Здесь важна как спортивная подготовка, так и координация и внимательность. Индивидуальная тренировка в Петербурге стоит 3000 рублей, абонемент на месяц – 7000. А я предлагаю сыграть свой первый сет бесплатно. Центр спорта Красногвардейского района. Здесь всех желающих учат играть в большой теннис. Здесь будут рады детям с 6 лет и взрослым. Ограничений по здоровью практически нет. Занятия на корте в Малоохтинском парке проходят 4 раза в неделю. Желающих много, поэтому записаться лучше заранее. По телефону. Многие люди приходят, хотят сбросить лишний вес, потом увлекаются самой игрой и затягивают играть. У меня всю жизнь были проблемы с координацией. Я не могу координировать левую и правую сторону, поэтому я улучшаю свою координацию, а также кардиотренировки. Понять, освоить, чтобы начало получаться, это вот, мне кажется, самый кайф, когда начинает получаться. Ощущение, как будто ты полетал. Один из популярных мифов – в теннис играть очень легко. На самом деле, если на первой тренировке у вас получится отбить мяч через сетку, это уже большая удача, а у меня пока нет. Завяжи и покрась. Так дословно переводится название техники окрашивания ткани тай-дай. Более 1000 лет назад такой узор уже создавали в Китае, Индии и Африке. Сегодня принт остается в тренде вот уже несколько сезонов. Мастер-класс по окрашиванию футболки или шопера обойдется в 700 рублей. А я знаю, где сделать это можно бесплатно. Открытые мастерские библиотеки имени Лермонтова. Здесь в жизнь добавляют яркие краски. Мастер-класс длится всего полчаса. Получаете вы навык, который можете применить к любой вещи. Нужно взять с собой хлопковую футболку. В первый раз рекомендуется смешивать не более 3 цветов. Запись на мастер-класс через соцсеть. Можно разные рисунки делать. Популярно сейчас что-то цветное и насыщенное, яркое носить и экспериментировать с одеждой. У меня красивые цвета получились. Я даже смешала один оттенок. Буду носить веселое. На отдыхе у меня ассоциации с этим футболками, поэтому с удовольствием сделала себе такую. А получившийся результат мы увидим лишь через 24 часа. Месяц занятий большим теннисом и мастер-класс по окрашиванию тай-дай обошлись бы нам в 7700 рублей, но мы смогли их сэкономить. И самое приятное, что это не все. Вот еще идея бесплатных развлечений на эту неделю. Уже сегодня, 17 июля, можно отправиться на занятия йогой в Пискаревский парк. Нужна предварительная запись в соцсети. В среду, 19 июля, предлагаю отправиться на экскурсию в Нарвские ворота с проектом «Открытый город». Нужна предварительная регистрация на сайте. 23 июля, в воскресенье, для всех желающих на Елагином острове проведут мастер-класс по хип-хопу. И помните, все по-настоящему важное в жизни бесценно.